Это еще история далекая. Она началась с того, когда была предвыборная кампания на голову сельрады. А сын тоже подал на голову сельрады. Ну а там его оппонент имел свою команду. И его члены этой команды были очень агрессивно настроены. И там ярые были два товарища, вот, перешли в ополчение. Ну а сын был за Украину. То, что он предвыборную кампанию обращал, у них была, и то, что он выступал за Украину. И вот привело к тому, что они его решили самосудом убить. И приехали к нему домой днем, прямо во дворе с автоматом расстреляли. Дома никого не было. Вы знаете, кто конкретно это был? Ну, конкретно откуда. Они приехали на машине и уехали. Соучастник. Вот. Можно только догадываться. А так сказать, кто именно, я не могу. Милицию обратился, милиция руками развела и все. Тогда на место преступления они не выехали? Ни разу. Перед 40 днями пришли 6 человек с автоматами и машину забрали. И тоже никто ничего не искал? Не. Бездействие внешнее. И что я буду обращаться? Какая мне будет помощь? Уже сына не возродишь. И не боялись, когда было ополчение здесь? Когда? Ну, конечно, опасения было, потому что неизвестно, что у них в голове. А чего бы они вообще хотели? Вот в чем суть этого ополчения, этой ЛНР? Как ну, я вам скажу честно, они держали село в страхе. Вот это, понимаете, даже когда убили сына, вот, и предупредили его, чтобы меньше разговор были, потому что мы будем вырезать семьями вас. Давайте вот эти два наших местных, вот, дураков. А кто они вообще такие были? Чем они занимались? Они водители, сказать. Водители, а вот что случилось вот так, что они сразу возле, с такой ненавистью относились к населению крымскому, я вам скажу честно. Тут с автоматами пьяные ходили, они стреляли в воздух, ну, короче говоря, наверное, власть хотели. Потому что в последнее время в них не ладилось, и то они, такая их ненависть к людям, потому что некоторые это все вот нормально, работают, трудятся. Вот эти за денег пошли, потому что пообещали им, наверное, деньги. Вот. Как вы думаете, когда-то начнется какое-то криминальное расследование, и хотите ли вы, чтобы все-таки... Я сомневаюсь. Конечно, я хотел бы, чтобы были бы наказаны. Но будут ли они на Украине, они, наверное, в Россию уедут, потому что их жены в России. Они все выехали, да? Да. Осталось только жить, но жить ему не дали. 2 августа 42 года отметил, а 29 августа его расстреляли. Он даже записался в Лисичанске, в это самое, в гвардию. Но не успел. Несколько дней его. Несколько дней не хватило. Когда случилось, я звонил в милицию, так и так. Мы выехать не можем, вот. Я эксперта привозил, все сам. Это вы из Славяно-Сербска привозили? Да. И вот здесь, во дворе его и расстреляли? Прямо во дворе, среди двора. Дом пустой, да? Никого нет. Снаряды. Один снаряд прямо в гараж попал возле дома. Разворотил все. Второй на улице. Так что я пострадал хорошо. А куда вы? В подвал прячетесь, если? Нет. Никуда? Почему? Думаю, Господь Бог спасет.